Дорогие друзья, я вас поздравляю. Возвращается российский футбол после зимней паузы. И возвращается не только мир, российская премьер-лига, которая стартовала вчера, но и лучшая лига мира. Это Мелбет, первая лига. Названия могут меняться, но суть остается прежней. Был период, который Ботнер провел в Нижнем Новгороде, но сейчас это позади. Он вернулся в московская торпеда и вспоминал перед этим матчем, как 2 года назад, вот в этом же манеже, в предпоследнем туре сезона в первой лиге, торпеда обеспечила себе путевку в премьер-лигу. Ну вот вы слышите, жди длинную передачу. И вот она пошла, эта длинная передача. И сразу пас в касание, в штрафную не удается пробить. Но это было очень опасно. Максим Савельев на острие оказался, рвался он к мячу. Пробить, по сути, не получилось. А получилось достать до мяча. Пробить не вышло. Ну и вот еще раз. Еще одна атака Енисея. Все интереснее они становятся. Удар Ломакина рядом со штангой. Кичен. И удар по воротам. И снова Ломакин. И снова не попадает. И вот так же, наверное, метров в полутора от каркаса мяч проходит после сильного, плотного удара Ломакина. Может быть, сейчас пас на Рейну. Вот это может быть опасно. Выходит из ворот Савер. И уже полевой игрок выбивает мяч. По сути, из створа атака продолжится. Там лежит футболист Енисея. И паузу из-за этого дает Соколов. Мы сейчас смотреть повтор будем. Как здорово пространство футболисты торпеды сейчас в этой атаке нашли. Нет, не пускает его Хозин. Пас пяткой. Удар по воротам. Все-таки он состоялся. И угловой, и если успеют подать. По-моему, это Орехов бил. Владимир Хозин, 29-й, Вячеслав Бардыбахин, 80-й, Валерий Кичин, номер 2-й, 21-й, Егор Иванов. И вот момент, и вот возможность у Полоза счет открыть. Опаснейший эпизод. И такого момента еще, пожалуй, у торпеды не было. Да, были 2 хороших эпизода в концовке первого тайма, но здесь посмотрите. Это Горбунов. Классную передачу сделал на Полоза, у которого было сразу 2 попытки, 2 возможности пробить Ставера. В первой ситуации удар не получился, во второй мяч пошел с внешней стороны от штанги. С другого Тихонов. И вот очередная подача Ломакина. И вот момент удара, и Кичен был очень близок к тому, чтобы открыть счет. Хватается защитник Енисея за голову. Здорово, и это фол, и это желтая карточка. 2-я. Все-таки не доиграет этот матч до конца Игорь Горбунов. Я говорил о том, что удаление в этом матче ближе, чем гол. Ой-ой-ой, как жестко сыграно. Это еще одна желтая карточка сейчас будет. И знаете, если будет показана желтая, то она и для москвичев станет 2-й. Все равно по лезвию ходит сейчас 65-е удаление, да. 2-я красная карточка. 2-я красная карточка у торпеды. Торпеда в 9-ром. И дальний удар. Не знаю, шел ли мяч в створ, но у Ботнера не было возможности гадать. Он, конечно, должен был этот мяч сыграть. Переправил его на угловой голкипер торпеды. Денис Тихонов. Удар по воротам. Гол! Гол! В первом матче Тихонова тренера забивает Тихонов. Игрок Денис Тихонов. Сын Андрея Тихонова открывает счет голам Енисея в весенней стадии Мелбет первой лиги. Блистательное исполнение штрафного. И вот тут количество игроков на поле точно ни при чем. Непонятно, кто пойдет наверх, непонятно, кто вылетит из лиги. Ну и также непонятно, кто присоединится к борьбе за выживание, кто присоединится к борьбе, ну, как минимум, за плей-офф, за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне. Мы поздравляем Енисея, мы поздравляем Андрея Тихонова с первой победой после возвращения в клуб. Поздравляем Дениса Тихонова с этим важнейшим мячом. Опять же, это его дебютная официальная игра за Енисей.